Вон с глаз моих, пока на рогу тебя не пустил. Фейт, я не в настроении. Ты принесла чертеж? Нет. И мне нужна услуга. И новый дом, насколько я знаю. А тебе не кажется немного странной моя затянувшаяся бескорыстность? Пожалуйста. Мне нужно найти какое-то царство. Ноя держит там. Царство. Грязный маленький секрет конгломерата. Ты знаешь, где это? Для тебя бегать. 5 лет, без вопросов. 10 лет. 20. Ты столько не проживешь. Район зонирования. Спустишься вниз. Там и найдешь царство. Спасибо. Фейт, ты тут? Пластик. Наконец-то! Ты представь, Изабель Крюгер не родная дочь Габриэля Крюгера. Он ее удочерил. Настоящее имя Кейтлин Коннорс. Ты ведь тоже Коннорс? Что если... Да, мне надо с ней поговорить. Я думаю, твоя сестра... Прости. Так Изабель Крюгер твоя сестра, Фейт. Однако, я тебе отправил примерные координаты царства. Ты кто? Ты кто? Я Пластик, друг Фейт. Не думал, что у Фейт есть друзья. Ну вот, есть. Фейт, я сравню это место с планами города. Может, что-то узнаешь, как поговоришь с Изабель. То есть, Кейтлин. У тебя есть доступ к полным планам города? Надо обдумать сотрудничество. Твой долг растет, Фейт. Не забудь, что его надо выплатить. Отключаюсь. Иди сюда.
мне помочь, бей. Нет ее. Увели в канал пару минут назад. А ты где была? Она что должна там жить! Стой! Не надо! Уйди, Фейт. Я оставлю послание для Крюгера. Тогда и меня застрели! А вот теперь очень-очень тщательно выбирай слова. Она не дочь Крюгера. Ее зовут Кейтлин Коннорс, она моя сестра. И ты это знаешь. Я только знаю, что этот воздух меня уже убивает. Так что можете стрелять, разницы нет. Прошу, Ребекка! Ноя держит в каком-то царстве, я должна его спасти. Может, есть какое-нибудь место, куда ты можешь отвезти ее? Мы все что-то потеряли в этой борьбе, Фейт. Я дам тебе, что ты хочешь. Знаешь, о чем я? Даю время до утра. Не разочаруй меня. Фейт, я нашла тебе внизу проход. Отправила точку.
Кума говорит, чтоб ты себя берегла. Похоже, там жуткое место. Фейт, если ты идешь за Ноем, я с тобой. Буду ждать у защитной двери. Когда спустишься глубже в тоннель, связь ухудшится. Покрытие пульса там очень слабое. Большая глубина. Интересно, кого еще конгломерат держит там, кроме Ноя? За последние годы пропало много людей. Я готов. Пошли. Икар, понимаю, ты волнуешься за Ноя, но мне лучше бежать одной. Сам знаешь. И мне нужно, чтобы кто-то присмотрел за моей сестрой. Можешь? Пожалуйста. Изабель Крюгер твоя сестра, что ли? Да. Да, сестра. Икар, пожалуйста, я не доверяю Ребекке. Верни его. Верну. Хорошо. Спасибо. Скоро увидимся. Пластик, у меня на пути большая защитная дверь. А, сейчас. Ты прямо виртуальный мозг пластик. Они там потребляют много энергии, не говоря уже о данных. Частота как в новых охранных хабах. Видимо, это как-то связано. Я все смотрю на схему отражения. Там некоторые основные алгоритмы старше меня. Красивые. Это очень глубоко, пластик. А я о чем? Ясно же, что конгломерат хочет все это скрыть от чужих глаз. Я на месте. Масштабно. Отлично. Я разобралась, для чего мы отдали. Это зеркала для отражения. Оно как новые лица и тех, кому сделали инъекцию. Чем больше я слышу про отражение, тем меньше оно мне нравится. И мне. Я спроектировала наводчик помех. Сигнал отражения у меня работать не будет. Вот так просто? Конечно. Пришлось только рассчитать частоты генератора. Пластик? Да. Ребекка переходит из Абель в убежище над землей. Внизу твоя сестра дышать не может. Что-то у нее с легкими. Я иду с ней, но не знаю. Икар? Икар, ты тут? Пластик? Значит, я одна. Thank you.
Фейт. Фейт Коннорс, да чтоб меня! Я тебя уже видела. Меня зовут Алин Майера. Я возглавляла проект «Отражение». Но я задавала слишком много вопросов, и когда ты украла чертеж, Крюгер свалил все на меня. Не понимаю. Отражение — просто новый способ подключаться к сети. Чего в нем такого? После инъекции конгломерат может не просто отслеживать все, что ты делаешь, но и влиять на твои эмоции. Это фактически конец свободы мысли. Крюгер на это потратил почти 20 лет. Начал еще, когда получил нейроалгоритм твоей матери. Фейт, ты должна меня отсюда выпустить. Здесь рядом аварийный замок. Погоди, что там было про маму? Эрику? Мы с ней раньше были коллегами. Именно ее работа легла в основу отражения. А почему ты здесь? Ищу бегущего. Его зовут Ной. А его увели час назад? На допрос, наверное. Слушай, мы тут обдумываем план побега. Ты не сможешь нам помочь? Конечно. Аварийный замок, да? Где... Мало времени. Ищи терминал аварийного замка. Выберусь отсюда. Помогу тебе. Я понимаю твою реакцию, Крюгер. Ты серьезно. Фейт. Фейт, она особенная. За это я ее и люблю. Говори, где чертеж. Ты, Крюгер, шел бы ты в жопу. Он не реагирует на раздражители. Да, на базовом уровне он знает, что эмоции ложные. Будь он постоянным сотрудником. Значит, он нам бесполезен. Активируйте протокол уничтожения. Разрушаем здание. Сэр, живо! Отключай!
вытащу тебя отсюда. Давай. Нет! Нет. Нет, 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 нет. Не вздумай. Я здесь. Я пришла за тобой. Крюгер его убил. И он сделает это с любым, кому введено отражение. И с нами тоже, если его не остановить. Мы уходим на базу Черного Ноября. Идем с нами. Пошли! Иди! Нет, иди. Ты с нами! Я их задержу! Я возвращаюсь. А, ты цела? Отлично. Как там Ной? Он не выжил. Ого. К тоннелям на царство мы тут несколько отрядов Крюгерсек. Просто, чтобы ты знала. Thank you.
стреляет. Отражение от... Я знаю. Твари. А это откуда? Мы вели твою сестру наверх, и тут жесть началась. Я облажался, охранник схватил меня, сделал какой-то укол, потом просто отпустил. Твоя новая подруга говорит, что это отражение. Похоже на то. Пойдем. Оно еще не полностью активно. Нам пока ничего не грозит. Ты о чем вообще думала, когда привела сюда этих чертовых маячков? Что помешает Крюгеру устроить облаву? Я же вам говорю, сигнал так глубоко не пройдет. Ну, сестренку отыскал, как только мы наверх вышли. Крюгерсек почти сразу напали. И я людей потеряла. Не ты одна. А ты ведь мне и не собиралась чертежи отдавать. Ничего, с семьями я могу разобраться и по-другому. Запомни мои слова. Высокие башни их не защитят. Фейт, пока отражение не уничтожено, мы здесь взаперти. Я смогу помочь, но мне нужен чертеж. Идите к Пластик. Чертеж у нее, и там безопасно. Икар покажет тебе дорогу. Пойдешь тоннелями. А как же ты? Нам надо идти. Пошли, доктор. Эй, девочка, полегче. Ты меня не узнаешь? Зачем? Пожалуйста. Фейт. Вставай. Я вытащу тебя отсюда. Фейт, пора тебе меня навестить, как думаешь? Надо многое обсудить. И прими соболезнования по поводу Ноя. Он был достойным человеком. Хорошие новости и плохие. Мы придумали, как отключить отражение. Навсегда! Да, но для этого нужен отпечаток самого Крюгера. Это плохие новости. Я его найти не могу. Видимо, он в отдельной сети. А без него у нас связаны руки. Мы сообщим, если что-то изменится. Значит, нам хана. Он победил.